Вот мы и дожили до зимы на Золотых Песках. Такого мы еще никогда не видели. Снег на крышах, идет снег, море свинцовое. Вот так вот выглядит у нас нынче наши крыши. Сильный ветер. А вот и снег. Снег настоящий. Холодный снег. Вот такая у нас сегодня температура воздуха. И на улице просто зима. Снег продолжает валить. Ой, какие крупные снежинки. Просто их ловлю. Нет, ветер сдувает. Ветер сдувает, и крупных снежинок нет. Просто нет. Сразу они падают и тают. Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to walk another mile. I'll go wherever you go. Every day is a heartbeat. Every day another moan. Every day is a gallows. I can feel it in the bone. Зима пришла на Золотые Пески. Вот у нас снежок. Хотя сегодня уже плюс 3 градуса. Но тем не менее снег еще не растаял. Да, растаял, но не весь. Это наш январский пляж. Мы идем на прогулку. После вчерашней метели снег растаял. И теперь уже ничего, кроме как крыши, не напоминает о том, что вчера был снег. Ну, разве что вот здесь в тени. Рыбак там уже свой невод тащит. Смотрите. Да. Во всех теневых местах остался снег. Но его на пляже мало. Вот последний снег на склоне, на песке. Последний оставшийся снежок. Take me home. As you make the bed, so you must lie. Every day is a rabbit trap and a walk of the lamb. Think you can sue me for that? As a judge of the land, I'll go wherever you go. This life doesn't go well with me. I'm not a member of the band. Do you think you can like me despite that? Sitting on God's right hand, I'm. Take me home. As you make the bed, so we must lie. No one knows where the life force flows. И очень прекрасный солнечный день, примерно 18-20 градусов. И поэтому, ой! Вот так бывает. Вот так мы делаем контент. Встречаем весну.
совсем. Сегодня мы еще и покупались. Все, пошли домой. Почему это? Мы еще будем купаться. А, сейчас мы вам покажем. Сегодня очень тепло. И просто хочется, ну, пойти покупаться. Я уже накупалась. Мы находимся на любимом нашем курорте Золотые Пески. Ну, это весна. Ну да, иногда нам кажется, что уже наступила весна. Но, конечно, будут еще холодные дни, но сегодня у нас весна. Всех с весной. Сегодня такой ясный день, все видно прямо до мыса Каляка. Вон там в самом конце ветряки даже видно. Так у нас сегодня тепло, 10 февраля. Здравствуйте, уважаемые подписчики и друзья! Сейчас у нас 10 февраля, вечер уже, сегодня был солнечный день, тепло, где-то градусов 17-18 на солнце, сейчас градусов 12, очень тепло, спокойное море почти. И я вам расскажу, какая зима на Золотых Песках. Мы сами первый раз зимой на Золотых Песках. И для нас все это интересно, какая температура, какие ветра, какие снега, какие дожди. И все это бывает. Но в общем оказалось, что зима на Золотых Песках все равно теплая. Большинство температур выше 10 градусов. Поэтому мы очень любим теперь зиму на Золотых Песках. Приезжайте в Болгарию зимой. Здесь не холодно. Вот у нас растет такое экзотическое дерево. Вот все его ветки такие вот фигурные, рифленые. А кто знает, что это за дерево? Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Какие ягодки у нас на деревьях растут в Болгарии? В феврале. Да, в феврале месяце. Хорошо. Шишкароза. Вот так вот камни вышли наружу. Это мы в дикой части Золотых Песков. Возможно, когда придет вода, мы больше сюда не пройдем по пляжу. Сегодня 12 февраля. И у нас на Золотых Песках наступило похолодание. Мы еще недавно радовались весне, но теперь у нас минус 2 градуса было утром, и теперь плюс 2 градуса. Но светит яркое солнышко, и море тихое, спокойное. Все, в общем, нормально. Вот так у нас теперь со вчерашних 18 градусов. У нас теперь вот так снежно. Был минус небольшой, минус 2. Сейчас у нас уже все пошло на плюс. И вот он, прямо настоящий снег. Некоторые дети любят кататься на горке. Вот, горки, дети. И у нас похолодание. Была весна, а теперь снова небольшая зима. Вот снег на машинках лежит. Как обычно, на нашем газоне, на туйках остается снег. Вот заснеженные елочки. Все в снежке. Они такие голубенькие, нежненькие. Но их накрыло снегом. Отель Палм-Бич защищает свои пальмы от мороза. Мы пошли снимать пальмы у отеля Гиш-Портес, где больше всего пальм. Но все они выглядят примерно вот так зимой. Но их, наверное, закрыли совсем недавно, я надеюсь. Потому что перед этим было очень тепло. Гуляем по заснеженным Золотым Пескам. Очень сильный ветер. Даже не знаю, придется, наверное, убирать звук. Люди ходят на пляж, непонятно. Пляж рядом, вон там, я его вижу.
сквозь деревья. Но не пройти. На Золотых Песках у нас работы ведутся. Вот здесь вот у нас аквапарк был. Его там ремонтируют. Делают новый бассейн. Приедете, увидите, как у нас тут стало красиво. Вот работаем. Вот бассейн отеля «Берлин». Он так защищается от того, чтобы бассейн сам не треснул. Уже видите лед. И вот так они ставят пустые бутылки. Это экономно. Их все законсервировано. Вот мы сейчас другую часть бассейна посмотрим. Вот тут сколько бутылок. Все бутылки собрали. Но зато у них уже бассейн практически замерз. А может быть, наоборот, уже растаял. Сегодня все-таки теплее. Поэтому вот такая экономия у них в отелях «Берлин». Идут волны! Летут к нам волны! Наши золотые пески зимой. Что я могу сказать? Золотые пески тем хороши, что здесь не бывает такой затяжной трудной зимы. Здесь можно всегда найти лето. И оно наступит буквально через несколько дней снова. Ну, не лето, так весна. Поэтому зима у нас состоит из холодных недель, которые все равно теплые до минус одного. И жарких недель, до 20 градусов тепла. Поэтому мы очень любим Золотые Пески. Здесь комфортно, солнечно, уютно, очень мало ветров. И на самом деле это очень классное место для отдыха.